Сегодня экспозиция аллеи пограничной славы в Черкесске пополнилась двумя памятными экспонатами. Стеной памяти погибшим сотрудникам всех поколений и памятным камнем в честь векового юбилея пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии. На торжественной церемонии открытия побывала Фатима Даурова. Торжественные аккорды гимна в Российской Федерации и Карачаево-Черкесии ознаменовали начало митинга по случаю открытия стены памяти и памятного камня в честь столетия со дня образования пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии. В нем приняли участие члены правительства республики, представители городской администрации, ветераны и личный состав погрануправления. К собравшимся со словами приветствия и поздравления обратились председатель правительства республики Мурат Аргунов и мэр Черкесска Алексей Баскаев. Сегодняшнее открытие стены и камня памяти в честь павших воинов во имя Отечества и народа я считаю важным историческим и патриотическим событием. Пограничники, погибшие во время исполнения воинского долга, всегда останутся для нас примером мужества и верности Отечеству. Абсолютно уверен в том, что школьники и молодежь, которые увидят этот памятник, остановятся поклоняться подвигу павших. Обязательно перенесут через годы память о них. Сегодня на аллее пограничников, которую мы торжественно открыли в прошлом году, появилась стена памяти, на которой мы увидим фотографии и имена наших земляков, пограничников, погибших во время исполнения служебных обязанностей, наших мужественных бойцов, отдавших свою жизнь за Родину в ходе специальной военной операции. Их подвиг останется в веках и, уверен, станет примером для подрастающего поколения защитников Отечества. Ведомственными наградами, почетными грамотами, юбилейными нагрудными знаками были отмечены действующие сотрудники управления и ветераны пограничной службы. За тех, кто сложил головы при исполнении служебного долга, памятные знаки принимали их родственники, близкие и родные. И вот апогей мероприятия – открытие стены памяти. Следом произошло открытие памятного камня и закладка капсулы времени, адресованной преемникам сегодняшних защитников границ, будущим пограничникам. И через полвека встретятся прошлое и будущее. Чувство гордости за наше пограничное управление, за их оснащенность, за их качественное выполнение оперативно-служебных задач, за то, что они есть, благодаря которым мы сегодня живем под чистым мирным небом. Памятная стена, где выразительно прослеживается подвиг пограничников всех поколений. Среди числа фотографий героев для семьи Бирюковых есть особенное – снимок отца Константина Бирюкова. И кажется, что родной взгляд папы выражает гордость за то, что сегодня китель его сына, воспитанника кадетского училища Алексея Бирюкова, украсил юбилейный знак, адресованный ему. Я хочу пойти по папиным стопам и быть тоже военным. Ты гордишься своим папой? Какой он был? Да, я горжусь, потому что папа всегда был рядом, когда можно будет поддержать, помочь и так далее. По традиции считается, что погибшие пограничники встали в строй навечно. И эти фотографии на стене памяти как символ несломленного духа, отчаянного мужества и великой чести. Это дань благодарности и вечная память погибших на полях сражений. Это наша история. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.